Здравствуйте, вы смотрите специальное интервью, и с вами Мила Тарасевич. Сегодня у нас в гостях Анна Годильшина, психолог, педагог, художник. Личность очень интересная и многогранная. Анна, здравствуйте. Здравствуйте, Мила. Насколько я знаю, вы проводите особенные пленэры. Где рисуете, чем рисуете, кого приглашаете на свои занятия? Занятий очень много, и один из них, конечно, у нас направление такое есть — пленэр на основе правополушарного рисования. Пленэр – это рисование на улице, на свежем воздухе, при естественном освещении. А правополушарное – это как раз… Техник много разных совершенно. Кто-то маслом рисует, там, мастихином, классическое. Совершенно много разных техник. А вот правополушарное, то, что вот у нас сейчас такое вот направление есть, это, так скажем, экспресс-приемы, когда можно быстро какие-то, имея техники такие, скажем, приемчики, очень быстро это рисовать. Представляете, как здорово это на улице, когда знаешь, как это быстро сделать, не целый день потратить на рисование, так скажем, создание пейзажа. То есть это уже как машинально происходит, да? Если обучился этой технике, то как-то вот... Это очень быстро, да, происходит. Быстро. Для пейзажа это просто это находка. Чаще всего я детям объясняю, да, тоже как бы... Они еще далеки от классической такой, скажем, школы, они неусидчивы еще, они... Поэтому самое то, что мы в студии рисуем по фотографиям какие-то пейзажи, знакомимся с этой же техникой, там, как сделать быстро фон очень живописный, красивый, как мы там деревья рисуем, приемы сухой кисти. Она у нас очень часто идет, и животных рисовать здорово, потому что там ворсинки, пушинки, сухая кисть просто незаменима. Обязательно ли для этого быть художником, именно с навыками? Вот как раз для этого совершенно не нужно. И я, например, так скажем, есть классические художественные школы. Те детки, которые не очень переживают с тем, как скучно в классических художественных школах, это как раз моя категория детей, с кем я занимаюсь. Мы идем таким путем. Мы исследуем, пробуем. У меня занятие построено как? Мы каждый раз что-то делаем совершенно новое. Чтобы не потерять вкус, ну, как бы, да, мы один день мы рисуем маслом, прям заканчиваем картину. Начали и закончили, чтобы не остыло наше вот это рвение. Потому что дети тоже хотят видеть сразу свой результат и быть довольны, счастливыми. Чтобы им хотелось еще приходить. Да, да, да. А растягивать удовольствие – это не удовольствие. Особенно, кто вот хочет побыстрее результат какой-то видеть. Другой день мы, например, рисуем как раз в графике что-то можем рисовать. Жидким акрилом какие-то фантазийные картины. У нас столько всего. Ну, каждый раз вот мы акварель. Акварель тоже много совершенно разных техник, мы там что-то по мокрому, по сырому заливаем. Помимо красок, масла, чем еще необычным можно рисовать? Вот тут как раз есть поле деятельности очень интересное. Вот попробовали мы рисовать, тоже услышала, можно рисовать, например, кофе. Кофейные гризали – это вообще новое направление, но оно такое, можно сказать, уже классическое практически, потому что там есть свето-тень передачи. Угу. Та же гризаль, моно-живопись, да, одним цветом растяжка идет от, так скажем, бледненького к очень густому, насыщенному цвету. В кофе это как раз кофейный раствор, он такой густой берется, чтобы действительно цвет был, потому что не вот мы, который кофе пьем. То есть тоже кисточкой? Кисточкой. Техника точно такая же, как акварель. Бумага нужна, как для акварели, на другой бумаге, к сожалению, нет таких вот красивых разводов. Краска, ну, как бы пигмент ложится по-другому. Поэтому акварельная бумага обязательно нужна. Стаканчик с крепким-крепким кофе, вот, и... Можно рисовать красивый пейзаж. К сожалению, не взяла. Да, вот, да, показать мы можем. Очень интересно. Но если возвращаюсь к пленэру, где вы проводите свои занятия и кого приглашаете? Приглашаю совершенно всех желающих, которые располагают временем. И кто действительно хочет попробовать, не боится солнца, там, ветра, приходим, рисуем, потому что это не один час, это около 3 часов на свежем воздухе. Но это только в пользу. А где проходят занятия? Мое любимое место – это Барвиха. Я очень люблю приезжать туда. Там есть озеро. Такая вот живописная природа очень. И Знаменское вдоль реки Москвы. Угу. Гуляем, смотрим поля красивые. Там лошадки уже знакомые. Я уже не первый год с ними. Уже познакомилась, знаю всех. И они меня знают. Анна, расскажите, пожалуйста, про 3D-рисунки. Что это такое? И я знаю, что вы сегодня к нам в студию принесли несколько работ и готовы нам их показать. Да, вот сейчас кто знаком с моими 3D-рисунками, они тут очень громко прогремели в мае, когда мы рисовали в парке у нас в Одинцовском, имени Лазутиный парк. Вот мы там рисовали на асфальте динозавров. Они были большие,
соответственно, сюда такие рисунки я не могу перенести. Поэтому я принесла именно классический рисунок. Это жучки. Мы как их покажем? Да, вот показываем. Так покажем. Чему мы можем научиться-то с помощью этих жуков? У нас есть, опять же, блики, полутона, свет, тени. Не просто шарики, мы классические фигуры, как в классической школе, да, делаем там что-то, рисуем, учимся. Мы как раз создаем уже объект, который узнаваем, радует нас, и даже можем повеселиться, пошутить над своими одноклассниками. Ребята этого делают. И при фотографировании создается такой эффект. Да, иллюзия полная, что он объемный. И рассчитана на, так скажем, на камеру, на фото. Техника сейчас у нас впереди. Ну вот приблизительно сколько у вас ушло времени, чтобы нарисовать? Вот таких жуков мы рисуем. Полтора часа нам нужно. Всего полтора часа? Да, полтора часа. Как раз узнаем основы художественного, да, у нас рисунка художественно-академического, законы там распределения света. А какая вот здесь техника? Это академический рисунок. Академический рисунок. Да, единственное, что академический рисунок не подразумевает, чтобы мы растушевывали, да, такие мягкие полутона делали. Там все создается штриховкой. Погуще, пожиже, поярче, потусклее. А мы себе позволяем, сейчас уже кто отучился и работает не на диплом, чтобы ему оценку поставили, а тот, кто работает уже от души для себя, они используют растушевку. Специальный такой инструмент наш художественный, который позволяет нам вот растушевывать палочкой. Мы так чик-чик-чик растушевали, и плавные такие линии красивые от темного к светлому переходы. Так что это ускоряет очень работу. Полтора часа, вот самое оно. Анна, ну, судя по вашему Инстаграму, прошлый год был очень богат на события. Расскажите, пожалуйста, чем он вам запомнился больше всего? Во-первых, чем запомнился? То, что, опять же, мы с ребятами участвовали, мы сделали такой проект, это юный анималист. Анималист – это тот, кто рисует животных. У нас все ребятки, все детки очень любят животных. Мало то, что любят, а они же еще хотят их нарисовать, да? Красиво, чтобы они были такими вот, ну, узнаваемыми. Это же самое главное. Красками – это один вопрос. Мы, конечно, тоже рисуем совершенно разными, там, акварелью, гуашью. Но хочу заострить внимание на таких вот графических работах. Вот даже поставлю. У нас это работа 11-летней Маши. Это как раз был нарисован, когда проходил детский граффити, да, проект? Нет, граффити это баллончиками. А. Это другое. А это у нас и выставка «Юный анималист» была. Мы ездили в контактный зоопарк, где мы с ребятами прям вот контактировали, изучали, гладили. Соответственно, и у нас мастер-класс был для уже победителей, кто уже у нас такой самый-самый. Вот для них был там мастер-класс. Мы рисовали там хомячков. Прям вот с хомячками. Потом фотографировали наш портрет. Удивительно. Здорово. Да. Вот. И эти работы как раз на эту тему. И хочу тоже на этом заострить внимание, что они сделаны классический уголь, мел. Ну, иногда применяем сангину. Это прям вот действительно классический такой подход. Ничего не будь. Карандаш простой, это карандаш простой. Вот эта работа, получается, не ваша. Это нарисовал ребенок. Да, да, да. Там подписано даже. Меркулова Вика, 10 лет. 10 лет вот так вот рисуют картины уже. Ну, а что касаемо именно граффити детского, расскажите, как родилась вообще, в принципе, такая идея и как воплотилась эта задумка? Опять же, все прислушиваемся к мнению детей, которые мы я наблюдаю, они, конечно, от меня ничего не скрывают, что им интересно. Интересно им было вот эта роспись на стенах, там баллончики, вот эта вся тема интересна. Я, конечно, далека от этого. Ну, раз есть, как говорится, желание, спрос, надо тоже исследовать. И думаю, а что исследовать, надо более как-то масштабно исследовать, потому что это действительно очень интересно. Мы решили сделать семейный такой праздник, где могут приехать семьями мама, папа и дети и поучаствовать в таком мастер-классе, посмотреть, как работают профессионалы. Было интересно, как раз вот художник нам такой, вот Максим, тогда показал, как работать, распределять краску, как что. И я сама этому тоже как бы... Ну, все прошло удачно. Очень. Анна, расскажите, пожалуйста, в каких конкурсах вы принимали участие и каких результатов добились? Из года в год мы все время принимаем участие. Участие мы принимаем настолько активно,
что нет-нет, но где-то мы выигрываем. Потому что если мы в одном конкурсе принимаем участие, соответственно, шансов очень мало. Поэтому уже не мелочимся. Вот какие только есть, мы везде посылаем свои работы. Ребята у меня тоже уже активные все время. Даю прям список, говорю, какие конкурсы, какие есть темы. Я их рисую. Кто-то самостоятельно рисует. А иногда мы тоже очень интересная тема, там космическая была в апреле космосу. Юрий Гагарин, да, был юбилей, там, дню рождения, рисовали много чего космических таких картин, и у нас эти космические картины принесли столько побед. Так что надо во все конкурсы, пасхальный конкурс у нас... В общем, вы стараетесь максимально охватить. Да, да, да. Ну, тем-то много всяких разных, конечно. А ребята, они и это хотят, и то хотят, и слава богу, что хотят, да? Конечно. Активные. Конечно, так поначалу приходилось прям пинком. Не расшевелить, да. Они как бы расслаблены, так, что, чего, а я, не верят в свои силы. Ну, потом раз увидел сосед, вот он не поленился, поучаствовал, а я, говорит, в следующий раз тоже буду. И удалось. И да, и вот они все-все теперь, все, без исключения. Вот мало то, что я вот в Одинцово здесь преподаю, мы обязательно прошу каждого, хочешь, не хочешь, давай поучаствуем. Угу. Выбираешь на свой вкус, рисуем и отправляем. Ведь главное – это участие, а не победа. Ну, а победа-то как приятно. Победа приятна. Вот такой, может быть, конкурс есть, наверное, слышали. Это «Рисовашки ТВ». Мы в нем уже третий раз участвуем. Казалось бы, там со всей России столько желающих, совершенно очень сильные бывают работы. Смотрю, красивые, любуюсь. Ну и вот в этом году у нас Аня Гридина победила. С 8 марта у нее картина была «Ландыши», нарисована акварелью. 10 лет девочки. У нас победила Маша Родина. У нее вообще отдельная номинация была за живописность, за художественность. Она нарисовала фламинго маслом. Очень красивая картина. И запомнилась мне очень работа тоже в «Рисовашках ТВ». Это Даша Карнаух. Она рисовала... У нее картина называется «Лисье счастье». Лиса не в классическом варианте нарисована, она перевернута. И у нас очень долго на конкурсе картину кверху ногами выставляли, потому что она запрокинута лапками и смотрит как бы вот на спине лежа вот такой сюжет. И у нас пытались ее перевернуть. И, видимо, столько она нестандартно была вот именно по композиции, что она очень всем запомнилась. Она по-технически очень красиво была, техника выполнена, живописно, ярко. Ну, прям вот лиса рыженькая, красивенькая. Ну, победила. Так что очень приятно. Расскажите, пожалуйста, про вашу выставку «Indigo Art». Насколько я знаю, она только завершилась. Что это за выставка? Как она проходила? Это был такой проект. Он как бы в течение года отбирались участники. Это был конкурсный проект изначально, чтобы собрать самых лучших из лучших. Участников очень были сильные. Я как бы тоже оказалась в финале. Было очень приятно привести свои картины. А картина не в моем как бы классическом русле. Тут совершенно три картины, которые выбиваются из всего моего творчества. И я решила как раз эти картины туда и определить. Ну, не зря такой ход получился, что они там смотрелись интересно. Вот, классической живописи там, к сожалению, не было. Потому что что-то современное, искали что-то необычное. Вот «Индиго», оно уже и говорит об этом. Само за себя, да. Да. Что-то необычное, не от мира сего. Вот я сегодня привезла, кстати, а мы большую картину. Свои, вот, да. Вот. Это часть этой картины. Часть. Это, она модульная картина, из трех модулей состоит. И вот это центральная часть, где главная героиня вся в мечтах, которая запуталась, поэтому она с закрытыми глазами. Как долго создавали эту картину? Картину вот вынашивала долго. Саму идею. Просто даже не могла понять, как это вообще, что... Чтобы еще и мне было интересно. Понимаете, одно дело на заказ, это не моя история. На заказ мне тяжело работает. Участие в каждом проекте, в каждом конкурсе, оно определенно вам что-то дает? Безусловно, конечно. Во-первых, дает уверенность в себе, потому что я уже понимаю, что это интересно не только мне. Интересуются и другие люди. Это стимулирует тоже. Уже свободнее быть. Обмен опытом. Вы знаете, очень интересные были художники с очень интересными направлениями. Я просто тоже новое открываю, знакомлюсь с новыми людьми. Я думаю, у нас такие дружеские отношения будут, мы будем поддерживать, хотя они совершенно не из Москвы. Да, вот. Ну, сейчас в наше время это совершенно не помеха. Да, да, да. Анна, расскажите, пожалуйста, как можно попасть на ваши мастер-классы? Желание нужно.
записаться, да, прийти. Можно, и вот как приходит ребенок, говорит, вы посмотрите, вот хочет рисовать. А я говорю, ну, если вы располагаете временем, там мама, бабушка, кто угодно, да, кто сопровождал, говорю, присаживайтесь, вы, говорю, ну, тоже с нами порисуете, будет интересно. Вот так и получается, что мама осталась, порисовала, бабушка осталась, порисовала, и тоже, как говорится, начали рисовать, потому что они вроде бы сами не знают того, что, а оказывается, это интересно, и они что-то могут. И опять же, у меня не классический такой момент. Вот вам это, и рисуйте. Я сижу, точно так же рисую и объясняю. Сначала вот это. Все-все прям вот четко в мастер-класс. Потому что также академический рисунок. Приходят ребята, которые хотят поступать. Обидно. Бывает, занимались в художественную школу, ходили, пришли, говорят, ну что-то мы не чувствуем силы, что мы можем пойти и поступить. Оцените, пожалуйста, со стороны. Ну, давайте попробуем уже вместе, как раз как я преподаю. Именно садимся, ставим композицию из тех же фигур, шар, куб и так далее, уже всем известны. И сажусь рядом, точно так же начинаю. С чего начинаю? Компоновочку, как я располагаю, все объясняю. Представляете, как здорово? И человек уже композицию уже понимает, что происходит-то, не вот, не, почему не так, как раньше он делал, а так что им получалось. Ему раньше нарисовал, он подходит, говорит, вот здесь что-то вот надо поработать. Да? Человек уходит, а что-то поработал. Приходит, а вот здесь бы тоже вам бы исправить. И вот это без конца и края может быть очень долго длиться, и человек, ребенок не понимает, что от него толком-то хотят, а как должно быть? Вот как должно быть, мы просто вместе с ним рисуем. И это очень быстро происходит вообще, владевание знаний приходит моментально, когда мы вместе все делаем. Ну, я надеюсь, наши телезрители запомнили, что нужно лишь желание найти Анну Годильшину в Инстаграм, написать и приходить и творить вместе. Ну, и в завершение мне бы хотелось узнать о ваших планах на будущее. 24 августа будет фестиваль варенья в Чуприково. Вот, там тоже, ну, тоже будет творческая подоплека. Ну, там, где я, там, значит, будет творчество. Как раз мы там будем рисовать 3D-картину. Общий такой будет мастер-класс по руковожу. Мы создадим что-то на асфальте, ну, если погода позволит, конечно. Ну, и, соответственно, мы еще будем рисовать фруктами. Ну, куда без этого? Надо тоже что-то проявить такое интересное. И наше одинцовское такое мероприятие готовится к Дню города. Выставка. Что-то вот я решила так организовать, чтобы вот совершенно все желающие одинцовцы могли поучаствовать. Вот кричала, трубила, говорю, ребята, у кого есть красивые фотографии, у кого есть там красивые картины, кто там пишет для себя. Ну, приходите, вот поучаствуйте в этой выставке и покажите, какой наш город красивый. Вот у нас в парке имени Лазутина наш Одинцовский парк открывает двери для такой экспозиции. Что я специально приготовила для этого? Наверное, уже знакомы с такой миниатюрой. Это уже, наверное, год как назад я нарисовала на кленовом листочке. Так случайно получилось наш Георгиевский собор. Он так популярен стал в сетях. Вот. И я думаю, эту тему надо было продолжить. Как раз к Дню города я создала на более крупных листочках клена уже другие миниатюры. Там у меня будет и музыкальная школа, и наш волейбольный центр. Такие узнаваемые арт-объекты, ну, архитектурные, да, объекты нашего города. Вот они будут на этих кленовых листочках. Поэтому приходите, посмотрите. Ну, не только не это. Упустите, много всего будет, очень много. Анна, спасибо вам огромное за интереснейшую беседу. И также спасибо, что пришли и уделили время. Ну, а вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.